Давай, давай, Паш. Вот сейчас я пойду сапоги пока попробуй. Давай, помогай. Давай назад. Бери разгон. Разгон. Если я беру разгон, то у меня потом не проедет. Это зачем не штука просто исправиться? Ты видишь это много? Хорошо. Ты же любишь меня? Да. Вот мы тут. Да. О! Поедешь, не Васик стал. Пошло дело. Так получается. Пока. Так. Не садится. Он заехал? Нет, ты сюда нифига не заехал. Не, он неправильно все сделал. Илюх, иди назад, у меня ответ. Илюх! Давай сейчас дорогу на ногу сделаем. Выключайте. Паспорт Хайрекса, ты вернешь на Петь курком управляет. Смотрите, смотрите, редкий кадр. Если я не пользуюсь, то ты знаешь, что не могу этого делать. Нифига себе. Ага, твою базу уже это. Случайно ловушка вышла, да? Да. И 6 на 6 здесь не понадобится. Блин, ну да. Ну ладно, если Петя сзади попробует подпихнуть. Да нет, я подпихну сам к себе. Смотри, он не унимается. Понравилось что-то. Что-то не сильно помогает, подпихиваю. Да. Короче, упрись там чуть-чуть на малом газу, а я тебе сейчас фарку буду бить. Так положительно. Чуть-чуть побольше. Да, вот так. Ну, давай. Так вот. Не помогает. Да. Ну ничего не, стоп, вот, смотри. Ага.
Ты тут уже сделал что-то интересное. Да. Мне кажется, если ступеньки сделать менее крутыми, то слушай, пошел. Я вообще под меньше, чем свою базу делаю. Блин, за счет таких колес они взрываются, а и... Воздух не едет зимой. Зимой надо на воздух ехать. Давай, Паш, теперь срой все эти ступеньки. Ну, они вообще-то для этого и есть. Да? Ну, ты думал, для красоты, что ли? Думал, да. Ой. Офигеть. Ну ладно, что это господа? Тогда вторую давай. Это он проклятие не восставил мне наложить. Почему проклятие? Ты сказал, что мне не Васики нравится. Мы же не восставили, заехал же. Я не хотел? Нет.